Увольнения, выговоры и выводы. Министр социальной политики края Галина Пашинова впервые пообщалась с журналистами после скандала. Напомню, 2 недели назад в министерстве прошли обыски. Следователи установили, что один из начальников отделов Минсоцполитики заключал контракты с фирмой-подрядчиком, которая принадлежит его родственнику. Сделки заключали на небольшие суммы, чтобы избежать торгов. В итоге компания заработала больше 2 миллионов рублей. Сегодня руководитель министерства Галина Пашинова рассказала о том, что в министерстве работает такая незаконная схема, она не знала. Лучшего позора в своей жизни я никогда не ощущала, не переживала. В настоящее время все средства бюджета, которые были проплачены по этим контрактам, полностью возвращены в бюджет. Контракты расторгнуты. Сейчас проверка правоохранителей продолжается. Министр пообещала изменить работу министерства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Виновники прежнего скандала уже понесли наказание. По итогам служебной проверки начальник отдела уволена. 4 сотрудников получили выговоры. Я-то для себя сделала выводы очень масштабные. В работе министерства произойдет системная реорганизация.